Теперь в WorldClass ты можешь не только тренироваться со звездами, но и сам стать звездой в новом проекте от WorldClass Хабаровск. Стань звездой в WorldClass. Что это значит? Это значит, что человек достаточно короткое время, в течение 3 месяцев, может добиться почти любых результатов. Главное – это его старание, упорство, а в остальном мы ему поможем. Проект, который будет длиться 3 месяца, и он позволяет участвовать всем желающим, не только членам клуба WorldClass. И как будет проходить проект, с чего все начнется, чем все закончится и что будет в процессе? Ну, по мере набирания группы у нас будут встречи с врачами сначала, то есть человек должен получить допуск от врача, что у него нет никаких противопоказаний, что ему вообще можно заниматься. Далее ставим цели, то есть похудеть, набрать вес, где-то скорректировать фигуру, то есть то, что ему именно необходимо. Тренером и куратором этого проекта здесь на Восточном шоссе 41 являюсь я, Николай Чернецкий, а на Тургенева Вадим. Я обучался в ассоциации профессионалов фитнеса, на тренера по бодибилдингу и фитнесу, также проходил там обучение функциональному тренингу, стретчу, тренировки с отдельными группами населения. Далее проходил обучение касаемо питания, спортивного питания, так и просто здорового питания для потери веса, для того, чтобы подготовить себя к соревнованиям и так далее. Заниматься спортом начала только с июня прошлого года. Тренером стал Вадим, который, собственно, и сподвиг меня на достижение того, что вот я сейчас как бы вот такая, какая я сейчас, и это не конечный результат. Полностью руководство проектом на Восточке взял на себя я. Мастер спорта по тяжелой атлетике, мастер спорта международного класса по силовому троеборью и мастер спорта международного класса по бодибилдингу. Тренируюсь самостоятельно уже давно, под общим руководством Николая. Тренируюсь значительно недавно. Тренировочный процесс приносит мне огромное удовольствие, а также свои плоды. Полное кураторство мое. То есть онлайн связь со всеми членами проекта 24 часа в сутки. Вот недавно у нас был нашумевший довольно-таки клип «Экспонат» назывался, группы «Ленинград», и там девушка перед свиданием пыталась похудеть буквально за 2 часа. Скажите, какой минимальный срок может быть для того, чтобы похудеть? Минимальный для безопасности, для здоровья до килограмма в неделю. Это вообще так. Экстренное похудение, как в клипе «Ленинград», оно, конечно же, невозможно, можно выгнать жидкость там, за несколько часов из организма, но, опять же, это чревато какими-то последствиями, что полностью противоречит всем правилам фитнеса. Я гарантирую, что у всех будет какой-то результат, не обязательно все там фитнес-звездами станут, но понять, как нужно тренироваться под руководством опытного тренера, да, почувствовать себя в шкуре профессионального спортсмена, да, почувствовать себя реально звездой, потому что проект называется «Стань звездой», да, и подготовить свое тело к лету, я вам гарантирую. Наверное, каждый человек, когда приходит в зал, вначале хочет просто похудеть или немного набрать массы, но впоследствии это становится твоим образом жизни. Процесс этот затягивает.